Всем доброго утречка. Начинаем новый влог. Миша, я не могу тебя снимать, ты шорты не одел. Беги, шорты одевай. Не могу с утра заставить Мишку одеть шорты. Я уже все привела себя в порядок. И не поверите, знаете, что я делаю? Я хлеб пеку. О, ты прям прихорошилась. Вы почему хлеб так быстро съедаете? У нас не крошки. Он вкусный. Они, короче, ускоряются все и съедают. Ты предлагаешь, чтобы я взяла меч и показала? Нет, ты оденешься, и мы покажем. А еще я ставлю вариться суп. Потому что вот вчера мы готовили картошку с уткой. Целая кастрюля была. Все? Нет картошки с уткой. Может, еще одну приготовить? Папе понравилось? В основном папа ел. Дети немножечко. И все, и нету. Варю супчик из индюшиных крылышек. И, наверное, картошку сделаю. Вот у меня тут хлебный рай мой. Вещи настирали. Они здесь стоят, потому что мы их развешать не можем. Я настирала много. А там на улице ничего не сохнет. Сейчас буду делать хлеб. Который раз я это уже сказала. В общем, что-то у меня сегодня это с головой. Вчера я вообще влог не снимала. Надеюсь, вы меня не потеряли. Я, наверное, запишу сегодня какой-нибудь небольшой вам рассказ, рассуждение, чтобы вы меня совсем не потеряли. Чтобы у меня не было только про вредину лайф видео. Вот. А то сама же говорю, что надо о зрителе заботиться, чтобы он не волновался. Поэтому запишу. Так что вы узнаете. Вы еще вчера узнали, что я не снимала влог. У нас вчерашний день был сумасшедший просто. Поэтому не до того было. Я вроде начала снимать, потом прервалось, не до того было, я удалила все. Катя у нас сегодня вроде кухарки. Че? Мокро. Что? Ты оделся? Мокро? Надо другие? Я не понимаю тебя. Там мокро, там дождь что ли? Да. Так скажи их дождь, кап-кап. Сегодня мы идем с Мишей заниматься с логопедом. Наконец-то. Ура! Поздравьте нас. Ты хочешь к логопеду, к Ольге Петровне? Да, мы хотим новые звуки ставить. Мы хотим говорить. То мама уже порядком устала не понимать. В общем, жарится у нас яичница. О, это мне принесли. Слушайте, она похожа на какую-то сторону. Интересно. В общем, Катюшка у нас сегодня готовит завтрак немножко с опозданием. А у меня там уже поднимается хлеб. Я решила, что мы сейчас сделаем, наверное, две порции хлеба. Единственное, успею ли я до похода к логопеду это сделать. Мне надо, чтобы это поднялось, потом еще раз поднялось из печь, а в этот момент будет подниматься другая порция. Потому что одну большую булочку, ну, двухпорционную, они слопали за сколько? За полтора дня? У нас сейчас вообще хлеба даже нету с маслом намазать с утра. Да капец. Причем не только мои слопали. Бабушка, говорит, тоже сразу полбулки съела. Короче, у меня рука набивается, видимо, и хлеб становится лучше и вкуснее, и его быстрее съедают. Ну, и скоро я буду хлеб печь каждый день, я чувствую. Ну ладно, я завтракать. Приятного всем аппетита и хорошего вам дня. Что ты хотел? Тебе конструктор достать? Да. У нас такой бардак в игрушках. Не обращайте внимания. У меня руки пока не доходят. Точнее, мне просто лень. Давай, куда нести? Ну. Пойдем. Я не знаю, как у вас, ребят, но у меня какая-то жопа с интернетом со вчерашнего дня. Он периодически перестает работать. У меня Билайн. Мамы то же самое. Напишите, как у вас. Такое ощущение, что сеть не выдерживает, что ли. Перегрузки какие-то. Я вообще, меня это бесит. Начинаешь чем-нибудь снимать, чем-нибудь выгружать, чем-нибудь смотреть. А у тебя ничего не грузится. Плюс ко всему, со вчерашнего дня испортилась погода. У нас на улице дождливо, пасмурно. Ерунда какая-то. Белье сохнет уже второй день. И, похоже, не досохнет. А домой его некуда нести. Потому что дома мы развешали две порции вещей, которые я еще подстирала. И как бы вот это вот все, полотенце, все это вешать некуда. Будет ждать солнышко. Индюкам, конечно же, холодно. Пойдемте их проверим, как у них там. Зато позитивчик. Идут дожди, и мой шпинат растет. А рукколы сколько, Светик, смотри. Мы еще новую насажали. Пока зелени не было, зелени хотелось много. Вон, видишь, что? Она вся поперла зарослями. И даже вон туда уже, видишь, к песочнице поперла. Ой, я там вообще не собирала. Смотри, сколько много.
Ой, жаль, что ты в Сочи, Свет. Я бы с тобой поделилась. Вот свеженькая у меня. Во всем всегда надо искать позитив. Правильно же? Вот сейчас кончился дождь. Трава, правда, мокрая. Но уже позитив. Да, птички? Птички большие. Я вам их, по-моему, не показывала уже пару дней. Смотрите, какие здоровые. Холодно вам. Идите под крышу. Вот что встали здесь, сгрудились? А? Мокро они сгрудились. Вода у вас есть, еда у вас есть. Даже почти не мокнет. Видите, лужи даже на крыше. Цыпа, 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 иди сюда. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 идите ко мне, мои хорошие. Вот куда я, туда и они. Прикольные животные. Курочки, цыпочки мои. Я к вам иду яички собрать. Так неохота туда залазить. Там грязно, яйца грязные, все грязно. Ой, вы еще мне раскидали их везде. Ну, вы даете, девочки. Так, а что, вас Лиза не покормила, похоже, да? Придется сейчас вас кормить. Какое яйцо странное, оно прям расплющенное. Не знаю, видно вам его форму? Смотрите. Кривое такое. Это из-за чего? Сильно большое, видимо, да? Она не могла его снести. И прямо это. Перебор, девчонки. Не надо такие большие яйца нести. Еще помрете. Так, мне уже скоро Мишку к логопеду везти. А у меня тесто медленно поднимается. Так, наверное, хватит для первого подъема. Как думаете? Маловато, конечно. Так, давайте попробуем сюда поставить на плиту. И включить духовку, да? А, у меня вот тут вот суп варится. Давайте рядом с супцом поставим. Мне капец, мне уже скоро надо это. А у меня не поднялось толком. Все рядом со мной. Катя подошла показать мне. Смотрите, она делает задание по какому предмету? Это не предмет, это просто авария. Классный час. Да? Да. Короче, да. Она делает... Ой! Ой! Ой-ой-ой! Сейчас меня Катя побьет. Я не буду больше. Я просто решила креативничать. Наоборот, ага. Вот. Состаренный листок, короче, она делает. А как она эти бирки там сделала? Это у меня случайно разорвалось. Ну, он должен быть драным, он же старенький лист. Ты не хочешь сделать какое-нибудь подобное письмо? Катя тебя научит, а? Короче, им задали написать письмо, типа... В далекий 41-й, 42-й. Ну, это я сама придумала. А вот то, что состарить листик для этого письма, Катя придумала сама. В общем, покажу вам потом, что у нее получится. Держи, а то я еще раз уроню, ты меня точно укусишь. Да? Доча, сделай такое же, интересно же. Миша, помоги Лизе. Помоги. Мы с Мишей скоро поедем уже до бабушки, там туда приедет у нас логопед. И будем там заниматься. А сейчас делай. Ой, камера падает, извините. А сейчас делайте, поделайте, Лиз. Не хочешь? Тогда давай хлеб печь. Давай. Она и хлеб печь не хочет. Ничего не хочет эта Лиза. Катюшка креативщик. А Лизка сегодня ленится. Мишка, скажи Лизе, чтобы она сделала такой же листочек. Ну скажи. Я тоже сегодня ленюсь, так что я сегодня как Лиза. Вот. Лазю по тому каналу, который это про Лену Вредину Лайф снял. Видео. Смотрю комментарии. Капец, я не знала, что у Лены столько хейтеров. Реально, ребят, вам настолько она не нравится? Понравилась. Я вообще, я люблю Лену. Я вот сняла видео, вы, наверное, видели на моем канале. Уже утречком, вчера. Блин, я реально Лену люблю. Мне нравится ее смотреть, мне нравится, что она очень добрая. Да, у нее очень много Алисы там в видео, у нее очень много тараканов в своей голове. А у кого их нет? Не знаю, жалко мне, что на нее так напали. И я прям чувствую, что она на комментарии там написала, что она близко к сердцу это приняла, мне ее прям жалко. Она действительно, она как ребенок добрая, вот такая вот, знаете. Вот. Обсуждать надо. Очень корректно, чтобы не обижать никого, правда же? Хотя каждый обсуждает по-своему. Я согласна. У меня в комментариях периодически под вот этими обсуждалками тоже. Как начнут писать? Я это все, короче, все эти комментарии плохие удаляю. Чтобы их никто не видел. Ни сам блогер, ни вы. Ладно, отвлеклась. Пойдемте хлеб смотреть. Это же влог, это же не болталка. Пойдемте смотреть хлеб. Что у меня тут? Так, во-первых, у меня тут очень жирный бульон, который нужно сейчас... Ай, я тут открыла духовку, мне жарко. Нагреть, хорошенько прокипятить, и я его разбавлю. Хлебушка мой ползет. Ну, блин, капец. У меня уже скоро ехать, а он никак...
толком не меняется. Супчик сейчас немножечко еще кипятится, постоит. Потом, когда я поеду, пока Мишка будет заниматься, я куплю картошку. У нас картошка кончилась. Нечем заправлять даже. Куплю картошку, капусту. И приеду, буду заправлять суп.